По особой схеме будет ходить и общественный транспорт сегодня ночью. Власти запустят бесплатные рождественские автобусы от храма Рождества Христова на Щерса и от Свято-Успенского мужского монастыря на улице Лесной. Всего запланировано 4 маршрута. Они начнут ходить после завершения рождественской службы, ориентировочно в 2:30 утра. Со схемой их движения можно ознакомиться по номеру диспетчерской службы 256-84-00. Также красноярцев ждет большой фейерверк в честь празднования Рождества на острове Татышев возле главной городской елки. Сама концертная программа начнется 7 января в 6:30 вечера. На сцену Татышев парка выйдут хореографические и вокальные ансамбли Красноярска, а также фольклорный театр «Лада в день». Фейерверк запустят в 7:05 после поздравления митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеймона.